вступим в НАТО, останемся без штанов. Противники вступления Черногории в альянс сняли провокационный ролик. В нем агитатор за партию власти раздевается догола. Вернее, раздевает догола прохожего и уговаривает его, что НАТО это хорошо. Здраво, я сам из ДПСа. Имаш ли 2 минуты, да чуешь притчу о НАТО? Жури. А трајаће само тренутак. Звачу. Gledaj, ti znaš da samo NATO može spasiti našu ekonomiju. Nisam baš siguran. Gledaj koliko nezaposlenih ljudi. Mislim da postoji drugačiji način. Naša ekonomija je trenutno tu, ali uz NATO. Tu! NATO! Mislit ću na to. NATO! Вообще, эта тема особенно остро сейчас поднимается в Черногории в связи с выборами в парламент, которые пройдут 16 октября. На этой теме многие политики пытаются выехать. На прошлых, кстати, выборах победила коалиция «Европейская Черногория», входящая в нее Демократическая партия социалистов. Ее председатель, премьер-министр страны Мило Джуканович, проводит политику евроинтеграции и, соответственно, сближения с НАТО. Именно против этой партии власти и самого Мило выступает Демократический фронт. Он организует анти-НАТО-протесты в Черногории. У Черногории нет времени ждать. Власть должна поменяться, и страна должна идти вперед. Наша креативная молодая команда придумала эту идею и воплотила ее с помощью одного телеканала. Я считаю, что это самый лучший ролик со времен появления многопартийной системы, и он станет запоминающимся моментом этой кампании. Я не считаю подобные методы шокирующими. Наоборот, они вполне прикладные для кампании, которая необходима Черногории, где 25 лет правит одна партия, один человек. Мандич надеется, что люди, которые пока еще не определились, или те, кто не собирался вовсе идти на выборы, глядя на этот ролик, поймут, что они часть великого дела, и у них нет времени ждать, надо делать выбор. Но этот ролик – это шутка просто. Мы все знаем, что НАТО – это серьезный военный союз, который после себя оставляет пустыню, как это было и тут, на нашей территории. Вхождение в НАТО Мило Джукановича и олигархии – это они свои шкуры спасают. Какие возможности, какое улучшение? Альянс проливал кровь, принес волну миграции и терроризм. Это последствия развязанной ими войны, а не мира. И никому ничего хорошего он не принес. Мы же видим и в регионе, и в мире. Где НАТО, там война. Все знают, что такое НАТО, и все знают, что там, куда они приходят, там жизни нет, нет стабильности, все становится хуже, чем до них. И мне кажется, что черногорский режим, как это показано в ролике, пытается продлить свое существование, заталкивая Черногорию в НАТО и лишая ее демократии и перемен, которые неминуемы. Черногория определенно не должна вступать в НАТО и в любые военные блоки, а крупные державы должны гарантировать ее нейтралитет.